Я только воскрес, дай прийти в себя, тёть Валь. Не называй меня так. Шо, ну, проблем. Торжественно клянусь специалисту по распределению душ в ад или рай Ивановой ВП свои методы не применять. Даже если очень захочется. Вы лучшая. Прям Вален-де-Морт какой-то. Официально заявляю, к вашей маме я испытываю исключительно профессиональный интерес. Вы мне нравитесь больше. Забавно. Раньше мама мне звонила, и это мне приходилось уходить от парня. Беспокоится она тогда, когда мама звонит и хочет познакомить тебя со своим молодым парнем. Получается, последний раз со своей старушкой бухаешь. Надо же ее порадовать как-то. При том, что завтра же новое будет. Ну, давай. Слушай, побей, можешь все что угодно. И это потом. Сначала подпиши. Так. И все. Фу, дурак. Знатная женщина, ох. Валюк, всегда я пошутил. Валюк! Тогда были времена попроще. Боже, ну я же не предлагаю тебе жениться, дурак, что ли? Мое время еще не пришло. Продлевать не будем. Ты не понимаешь, что ты мне нужен? Очень. Понимаешь? Понимаю. Напряги, в конце концов, одно место. Мозг называется. Я всегда знал, что дело только в размере. Растяжка нормальная, каждый день зарядку делаю. Где же вас таких идиотов набирают? Истину говорю вам, гений перед нами. Ну, ты-то, конечно, в этом разбираешься. Так я сам такой. Я пропал еще могу. Пока не надо. Ты вредная баба, я тебя когда-нибудь уволю. Если сильно любишь, надо отпустить. Даже если это очень больно. Ты допивай больше. В горле пересохло. Работать кто будет? Работаем. Да. Спасибо. Ты самый лучший здесь.